богатырь Федор Тугарин и Марья Маревна. В некотором царстве, в некотором государстве жил был богатырь Федор Тугарин. Были у него три сестры красавицы: Марья девица, Ольга девица и Анна девица. Отец и мать у них умерли, умирая сыну наказывали кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго. Раз пошел Федор Тугарин с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг нашла на него туча черная, стала над садом гроза страшная. Пойдемте, сестрицы, скорее домой, говорит Федор Тугарин только пришли в избу, как грянул гром, раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит. «Здравствуй, Федор Тугарин! Я не гостем к тебе прилетел, а сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-девицу посватать». «Если люб ты сестрицы Марьи-девицы, я ее не унимаю, Пусть за тебя идет. Мария девица согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Раз поехал Федор Тугарин с сестрами девицами на охоту, затравил красного зверя вдруг ударил гром, распалилось небо, взлетел орел, ударился орел о сырую землю, сделался добрым молодцем. Здравствуй, Федор Тугарин, прилетел я к тебе с ватом. Отдай за меня Ольгу девицу. Если ты люб Ольги девицы, пусть за тебя идет. Я с нее воли не снимаю. Вышла Ольга девица за орла замуж, и унес он ее в свое царство. А тут налетел и черный ворон, Забрал замуж Анну-девицу. Остался Федор Тугарин один-одинешенек. Скучно ему стало в родном дому. Сел он на доброго коня И поехал себе счастье искать. Бот едет-едет, и наехал на бранное поле. Лежит на поле чужая рать, сила побитая русских богатырей на поле мертвых нет. Крикнул Федор Тугарин. «Коли есть тут жив человек, отзовись! Кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек. «Все это войско великое побила Марья Маревна, прекрасная королевна!» Удивился Федор Тугарин. «Поехал дальше, наехал на шатры шелковые» вышла к нему навстречу Марья Маревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, добрый богатырь! Куда тебя конь несет? По воле или неволе?» Отвечает ей Федор Тугарин. «Добрые молодцы по неволе не ездят!» «Ну-ка ли дело не к спеху? Погости у меня в шатрах!» Федор Тугарин тому и рад, Семь ночей в шатрах ночевал, За полным столом пировал, Красного зверя бил да песни пел. Полюбился он Марии Маревне, И взяла она его себе в мужья. Вот приехали они в ее королевство, И год прожили, и второй провели. Ладно, дружно жили, Да вдруг собралась Марья Маревна, Прекрасная королевна, на войну. Стала она Федору Тугарину все хозяйство сдавать и приказывает «Везде ходи, за всем присматривай, только в черный чулан не заглядывай». Только Мария Маревна уехала, не стерпела душа у Тугарина. Тотчас он бросился в черный чулан, отпер дверь, глянул а там висит на цепях Кощей бессмертный, На железных крючьях повешен. Просит Кощей у Тугарина, Пожалей меня, Федор Тугарин, Десять лет я здесь мучаюсь, Десять лет воды не пил, Совсем в горле пересохло. Федор подал ему ведро воды, Кощей за один дух выпил и еще попросил. «Мне одним ведром не залить огня, да еще!» Федор подал другое ведро, Кощей выпил и третье запросил. А как выпил третье ведро, вернулась в него прежняя сила. Тряхнул он цепями, все двенадцать порвал. «Спасибо, Федор Тугарин!» Не видать тебе, Марью-Маревну, во веки вечные. Выбил рамы из окон прочь и на волю вылетел. Нагнал на дороге Марью-Маревну и в свое царство уволок. Горько-горько заплакал Федор Тугарин, снарезился и пошел в путь-дорогу. Жив не буду, а тыщу жену любимую. Вот он день идет, и месяц бредет. Вдруг видит, дуб стоит. На дубу ясный сокол сидит. Ударился ясный сокол Озем, сделался добрым молодцем. Здравствуй, Шурин любезный, Федор Тугарин, куда направился? Иду искать жену мою Марью Маревну, прекрасную королевну. Ее кощей унес. Трудно тебе сыскать ее. Дай мне перстень с твоей правой руки. Я по перстню знать буду, когда на помощь лететь». Дал ему Федор Тугарин перстень и пошел дальше. Встретил он орла могучего, встретил Шурина ворона, дал орлу золотой поясок, дал ворону застежку серебряную. Он год шел и другой шел, а на третий добрался до Кощеева дворца. В ту пору Кощей на охоте был. Увидала Марья Маревна любимого друга, бросилась к нему, заплакала. «Ах, Федор Тугарин, любимый муж, зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан, выпустил Кощея бессмертного страшного ворога. Прости, Марья Марьевна, не поминай старого. Лучше садись на моего коня, пока не видать кощей бессмертного, а вось не догонит. Сели они на быстрого коня, поскакали прочь из Кощеева царства. Возвращался Кощей к вечеру домой, под ним добрый конь спотыкнулся, на плече сыч встрепенулся. Что ты, несытая кляча, спотыкаешься, а не чуешь какую невзгоду? Отвечает конь. Федор Тугарин Марью Маревну вез. А можно ли их догнать? Еще можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать, смолотить, в муку обратить, пять печей калачей напечь, те калачи поесть, а тогда в погоню ехать, и то поспеем. Поскакал Кощей, догнал Тугарина, Отнял Марью Маревну, домой увез. Поплакал, поплакал Федор Тугарин И опять воротился назад за Марьей Маревной. Кощей бессмертного дома не случилось. Поедем со мной, Марья Маревна. Ах, Федор Тугарин, он нас догонит. Пускай догонит, мы хоть часок другой вместе побудем. Собрались они и уехали. Вот Кощей домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, не сытая кляча, спотыкаешься?» Федор Тугарин Марью Маревну увез. «А можно ли их догнать?» «Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, смолотить, пиво наварить, да пьяна напиться, хорошо выспаться, да тогда в погоню ехать, и то успеем!» Поскакал Кощей, догнал Федора Тугарина изрубил его в мелкие куски. Положил смоляную бочку, скрепил бочку железными обручами и бросил в синее море, а Марью Маревну к себе увез. В ту пору, в то времечко, у зитьё Федора Тугарина серебро почернело. Видно, говорят они, Шурином беда приключилась. Полетел орел на море, поднял сильные ветры, море взволновалось, выкинуло бочку на берег, схватил сокол бочку, занесся высоко-высоко за облака, бросил бочку на земь, она упала и разбилась в дребезги. Принес ворон живой и мертвой воды, спрыснул Федора Тугарина, стал Федор жив здоров. Ах, зитья милые, как я долго спал! Еще бы дольше спал, ка бы не мы. Пойдем теперь, зятюшка, к нам гостить. Нет, братцы милые, я пойду искать Марью Маревну. На твоем коне ее не увести. Ступай за три девять земель в тридесятое царство. Там за огненной рекой живет баба Яга. Есть у нее такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света объезжает. Достанет этой кобылицы же ребеночка, тогда Марью Маревну от кощея увезешь. Вот тебе, зятюшка, шелковый платок. Махнешь им в правую сторону, сделается высокий мост, ляжет через огненную реку. Поблагодарил Федор Тугарин Зитьев и в путь отправился. Долго он шел, не пил, не ел. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Хотел Тугарин съесть цыпленочка. Заплакала заморская птица. Не тронь моих деток, Федор Тугарин, может, и я тебе пригожусь. Пошел он дальше, видит в лесу улей пчел. Поем-ка я вслась сладкого метку. А пчелиная матка отзывается. Нет, не тронь моего меду, Федор Тугарин. Может, и я тебе пригожусь. Хорошо, пусть будет по-твоему. Побрел он дальше, от голода шатается. Вдруг видит, стоит дом Бабы-Яги. Кругом дома двенадцать железных спиц — на одиннадцати спицах по человечьей голове, а одна спица пустая стоит. Вышла баба Яга, костяная нога, зубы острые. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, молодец. Зачем пришел? Не возьмешь ли меня, бабушка, кобылиц спасти? Изволь, молодец, у меня ведь не год служить, а всего два дня. Упасешь моих кобылиц, дам тебе золото, а если нет, то не гневайся, торчать твоей голове на железной спице. Федор Тугарин согласился. Баба-яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только выгнал он кобылиц в поле, а они все врозь по лугам разбежались, совсем из глаз пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и его сон сморил. Проснулся Федор Тугарин. Солнышко низко, ночь близко, не видно кобылиц, не слышно. Что тут делать? Вдруг прилетела заморская птица — Иди домой, Федор Тугарин, все ковылицы по стойлам стоят. Воротился Тугарин домой. Баба Яга шумит, на своих ковылец кричит. Ах, вы драные шкуры, зачем вы домой воротились? Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали. Но вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. Ночь переспал Федор Тугарин. На утро баба Яга ему и говорит. Смотри, Тугарин, если не упасешь кобылиц, если хоть одно потеряешь, быть твоей буйной голове на железной спице. Погнал Федор кобылиц в поле, а они в раз разбежались по дремучим лесам. Опять сел Тугарин на камень, плакал-плакал, да и уснул. Вот солнышко село за лес, прилетела пчелиная матка и говорит, «Проснись, Тугарин, кобылицы все по стойлам стоят, да как воротишься домой, бабе Еге на глаза не показывайся, пойди в конюшню, спрячься за ясли. Есть у бабы Еги шелудивый же ребенок, все в навозе валяется. Ты бери его и в полночь уезжай домой. Федор Тугарин пробрался в конюшню, за яслями спрятался. Баба Яга и шумит, и кричит на своих ковыриц. «Зачем драные шкуры домой воротились?» «Как же нам было не воротиться? Налетела пчел, видимо-невидимо, со всего света. Стали нас до крови кусать!» Вот баба Яга заснула, а Федор Тугарин нашел шелудивого же ребенка, оседлал его, сел и поскакал прочь. Жеребенок худенький, ноги тонкие, ноздри рваные, а скачет он, как богатырский конь, луга поля перебегает, озера перепрыгивает. Вот доехали они до огненной реки. Вынул шелковый платок Федор Тугарин, махнул в правую сторону, повис через реку высокий железный мост. Проскакал по мосту шелудивый же ребенок. Поутру пробудилась баба Яга, стала кобылиц считать, шелудивого же ребенка нет как нет. Вскочила баба-яга в медную ступу, в погоню бросилась. Медный ступи скачет, пестом погоняет, по мелом след заметает. Доскакала она до огненной реки, поскакала она по железному мосту. Тут Федор Тугарин платком в левую сторону махнул. Подломился железный мост, упала баба-яга в огненную реку. Тут ей злодейки и смерть пришла. А Федор Тугарин доскакал до Марьи Моревны, посадил ее перед собой на шитое седло и домой отправился. Кощей бессмертный домой возвращается, под ним конь спотыкается. Что ты не с этой кляча спотыкаешься, а лечуешь какую невзгоду? Федор Тугарин Марью Моревну увез. А можно ли их догнать? Не знаю. У Федора Тугарина конь, мой старший брат. Нет, не утерпит моя душа, говорит Кощей Бессмертный. Поеду в погоню. Долго ли, коротко ли, нагнал он Тугарина, соскочил на земь и хотел в его острый сабли сечь тут взвился на дыбы шелудивый же ребенок, ударил копытом и убил кощее до смерти. А Федор Тугарин и Мария Маревна поехали в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Зитивья и сестры встречали их с радостью. Ах, Федор Тугарин, уж мы не чаяли тебя повидать. Но недаром же ты хлопотал Такой красавицы, как Марья Моревна Прекрасная королевна Во всем свете поискать Другой не найти Погостили они, попировали они И поехали к себе домой И стали жить поживать Добра наживать И медок попивать